Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Сьогодні у Гомелі розпочнуться урочистості, примеркаваныя до Дня обороны Айчыны. У суде Центрального района Гомеля отбылося чарговое пасяджэнне по іску гамельчаніна супраць податковой инспекции. Як пераадолець тяжкости гомельской садотехніцы, депутат палаты представников Віталь Шилов сустрэўся с коллективом прадпрыемства. То дождь, то снег неустойливым и ветраным будет на дворе на гэтым тыдні. А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. На Гомельщине распачаліся святочные мероприемства, примеркованные до надыходящего дня оборонцев Айчыны и Узброенных сил Республики Беларусь. Напередодні удзел во урачистым сходе принял личный состав гомельского гарнизона, офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты и громадянский персонал его воинских частей. На мероприемство так само запросили представников городской улады, православной церкви, громадских организаций, ветеранов Великой Айчынной войны и Узброенных сил Республики Беларусь. Подчас урачистости отбылося узнагароджанне ветеранов войсковой службы и дзеючых супрацоўнікаў. За самаданную працу и верность присязе яны атрымали гоноровые подяки, грамоты и нагрудные знаки. Завершилось мероприемство святочным концертом. А еще у гэты вечер никто не скупился на слово пожаданий, бо гучали яны у адрес людей, якія штодня уносят свою клату обороноздольность нашей краины и стоять на варте миру и спокою своих земляков. В этот замечательный день и накануне праздника Дня защитника Отечества Вооруженных Сил разрешите поздравить весь личный состав Гомельского гарнизона, города Гомеля, Гомельской области с этим замечательным праздником. Пожелать здоровья, счастья, благополучия и, самое главное, мирного неба над головой. Сегодня в Гомеле отбудутся митинги, примеркованные до Дня оборонцы Айчыны. Первый митинг стартует у 9 годин раницы для помника народным ополченцам по улице Баумана. На 12 годин запланированный митинг на Новобелецких братских могилках. Головной подзеей дня станет мероприемство на Аллее Героев по улице Советской. У 15 годин яно збирает ветеранов, представников улады и громадскости. У суде Центрального района Гомеля отбылося чарговое пасяджэнне по иску Александра Семенова. Менавіта таким способом гамельчанин вырашил отрымать вызволение от уплаты сбору по декрете номер 3. За ходом процесса сачылі наши корреспонденты. Гэты іск у пэўнай ступені можна назваць прэцэдэнтам. Падчас размовы з журналістамі Александр Семёнаў неаднаразова падкрэслівае: гэты не іск супраць дзяржавы. Калі чалавек, нягледзячы на прадпрымаемыя спробы, не можа працаўладкавацца, ці можна лячыць яго утрыманцам, пры тым, што з утрыманствам, як са з'явай, змагацца неабходна. У адношэнні, допустим, там каких-то тунеядцаў там, ну я понимаю, есть милиция, есть участковые, можно их ловить под магазинами там где-то вот, которые нарушают именно этот порядок и куда-то их отправлять. Как вот это раньше было в советские времена. Я родился в советские времена, работал в советские времена. Я помню, работы было полно, тунеядцев не было. Довод истца. Ён сапраўды не працаваў, але, на яго думку, прымаў удзел у фінансаванні дзяржаўных расходаў праз уплату тых жа збору на дарогі і падатку на зямлю. Між тым, гэтую справу можна было вырашыць і значна прасцей, звярнувшыся ў рабочую групу, створаную пры выканкаме. Дарэчы, за час разгляду справы ў судзе адпаведную заяву разгледзелі ў гомельскім гарвыканкаме і вырашылі вызваліць Александра Семёнова ад уплаты збору ў памеры 360 рублёў. Апрача таго, ён стаў на уліку цэнтра занятасці і нават знайшоў месца працы. Падчас прыняцця рашэння суд Цэнтральнага раёна Гомеля улічыў гэты момант. Апрача таго, адзначана, што рашэнне наконт адпаведнасці дэкрэта дзеючых конституции не уваходить у компетенцию районного суда. Теперь у ИСА есть право у 10-дённый термин звернуться у областный суд. Что тычется другого боку податковой инспекции, то ее представники ход судового посяджения оценили как объективный. Я считаю, что судебное заседание прошло в нормальной деловой обстановке, и решение суд вынес объективное и, наверное, все-таки правильное. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Депутаты Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь от Гомельской области лишат мэтазгодным унести коррективы у законодавчие акты, которые регулируют деятельность предприемств с великой колькостью инвалидов. Такая думка прогучала по часу встречи депутата Виталя Шилова с коллективом Гомельской светотехники. Ситуация на предприемстве ознайомился Олег Сентеров. Экономичная ситуация на гомельском предприятии «Светлотехника» лечится не просто уже не первый год, а 60% працующих заявляются инвалидами по зроку, а тому просто не могут выполнять складанные операции и тем больше выраблять высокотехнологичную конкурентоздольную продукцию. Покуль значная надея на допомогу инших предприятий. Той же Реческий метизный завод передал у Гомель частку операции по фасовке цвиков.
связываемся с нашими гигантами заводами. Какие-то услуги нам предоставляют по Чебуречского завода, скажем, гвозди собирать, там, метизы комплектовать. Руденск, вот это тот же самый, фонарики собираем. То есть, что слепой человек может на ощупь понять и определить, и собрать этот узел. Работаем дальше. Разом с тем, на светлотехнице погоджаются, такое взаимодействие кардинальным чином ситуацию не выратує, по всяким разе забезпечить полную и постоянную занятость, пока не отримывается. В ближайший час предприятие планирует начать выпуск светлодиодных светильников, але и этой продукции полной загрузки не забезпечить. И еще один проект, который пока так само находится у стадии узгоднения, поставка светильников на Минский стадион «Динамо». Причем это не первая спроба наладить вытворчество таких виробов разных модификаций, але далеко не все они заканчиваются. Один из проектов, который так и застався на папере, узоры вот этих сядений предоставила итальянская фирма, але выпускать их оказалось экономично неметозгодным. Как затраты купилися, потребны вельми уже великие объемы реализации. Основная проблема гомельской светлотехники та же, что и на других предприятиях, где большинство працующих инвалиды, собекошт вырабленной тут продукции вельми уже высокий. Что тельца льгот, то на самом заводе их называют эфемерными. Шмат такие, сформированные еще в советские часы и во умовах рыночной экономики, корысти практично ніякой не приносит. Подчас встречи с коллективом депутат Палаты представников Виталь Шилов погоджается, сегодня потребны иные подходы. У речи главная задача таких предприятий – працовная реабилитация инвалиду, что далеко не завсёды отповедает иной мете – отриманию высоких прибытков. Подать этот вопрос в профильную комиссию мы, конечно же, этим возможностью воспользуемся и рассмотрим с целью внесения или предложение в профильное министерство для возможного, конечно, освобождения или предоставления определенных преференций для предприятий, на которых работают в основном более 50% инвалидов. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской области впервые за 4 года значно увеличилась количество детских травм. Специалисты бьют тревогу и закликают батьков быть более отказными. Отбылось посяджение комиссии по справах неполнолетних облвыконкама. Удельники обмерковали меры по профилактике семейного недобробыта, детской гибели и подлетковых злочинств. Настасья Кучинская протягнет тему. У 2016 году на территории области зарегистрировано около 19 тысяч выпадков травмирования неполнолетних. 102 дитяти загинули. Статистика свечит про снижение уровня смертности. 102 выпадки летом супраць 123 у 2015. Але и эти лишь бы выглядают жудасно. Анализ причин смерти и травматизму детей показывает. Наибольш часто их причиной является отсутность контроля с боку батьков. Дорослые так само недооценивают необходимость створения безопасных умов проживания детей. Есть к чему стремиться, есть над чем работать, потому что уже в этом году погибло 5 детей. Причины различные. Это, соответственно, и психологическое состояние подростков, это, соответственно, и то, что не досмотрели родители. Это ряд вопросов, которые связаны с воспитанием именно родителями своих несовершеннолетних детей. Еще одна проблема, якая на особом улику у комиссии по справах неполнолетних – дитячая злочинность. Частей за все подлетки здесняют крадяжи, хулиганствы, увязываются у гандель наркотиками. У 2016-м у области означается снижение колькости злочинств, здесьных неполнолетними. Однако меняется их специфика. Интернет – новое широкое поле для криминалу. Есть же очень много сегодня, к сожалению, таких экстремальных видов занятий детей, как прыжки с крыш, селфи на крышах, с мостов, прыжки тоже. Это все происходит объединение в интернетах в эти группы. В этих группах объединяются дети для занятия противоправными действиями. Но мы все знаем, что сегодня торговля наркотиками идет посредством интернета. До криминалу, суициду и пошуку дрянной компании подлетков часто приводит отсутность агульной мовы с батьками. Удельники посяджения комиссии по справах неполнолетних констатуют, детей у первую чергу выховывая семья. И она повинна организовать безопасность и психологический комфорт. По выниках посяджения комиссии по справах неполнолетних Гомельского облвыканкама затвержены протокол доручений, а так само зворот до батьку. Основный его посыл – будьте максимально уважливыми и отказными за своих и инших детей. Настасья Кучинская, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Дякую за выратование моего життя. Акция под такой назвой на протягу 2 дней проходит у Гомельском медицинском университете. Ее удельники – студенты и педагоги, которые решили стать донорами на безвыплатной основе. Подробностями володая Ганна Ковалева. Олеся Рыжанкова – будучи терапевт. Вучится на 6-м курсе медицинского университета. Але уже зараз вырашила рушить услед клятве Гиппократа и упершиню в житті стать донором крови.
Я недавно совсем узнала, что в нашем университете это проводится. Я хотела в том году, но я не успела. И в этом году я сразу же ринулась в правком, чтобы записаться. Медики, мы должны помогать людям, как в халате, так и без него. Я надеюсь, моя кровь кому-то пригодится. Акция безвыплатного донорства у гомельских ВНУ проходит апошние 5 годов. С инициативой выступила гомельская станция переливания крови. С тех часов ее супрацовники двучи на год тут звыклые гости. До речи, в медицинском университете компанию студентам складают и педагоги. Амаль заусёды у лику удельников акции и сам ректор Анатоль Лызиков. У першиню кров сдал еще у 18 годов, а сегодня уже гоноровый донор. Когда я учился в медицинском институте, это была у нас такая же акция, была постоянно, и мы с удовольствием ходили сдавать кровь, потому что мы знали, как будущие врачи, о том, что мы оказываем помощь больным. И я очень долго с гордостью носил на лацкане пиджака бронзовый значок «Донор СССР». Такое было это. Надо было сдать больше, по-моему, 6-7 раз тогда за это. Вот. Поэтому я очень горжусь. Это моя первая награда. Часом сапраўды возникает экстренная необходимость у крови пэўнай группы. У таких ситуациях супрацовники станции сами звертаются до постоянных доноров с просьбой об допомозе, якую у гэты момент дзесьці чакае хворы человек. Одна доза крови может помочь какому-то больному во время операции, допустим, кровопотеря. И в родзале женщина, которая кровотечение случается, или больному ребенку, который в тяжелом состоянии. Плюс из наших препаратов крови делают и тромбоциты, которые идут, опять же, для лечения тяжелых больных. Даже свою лепту ты внес, ты помог одному человеку. Это уже большой плюс. У гэты день свою кровь ахвировали каля 100 студентов и выкладчиков. Дарычы, безвыплатным их донорство можно назвать умовно, бо кожный атрымал солодкий паёк, грошовую узнагороду у памеры 18 рублей и приемный сувенир – флешку на 8 гигабайт. С жаданием сдать кровь гамельчане звертаются и на саму станцию. У минулом годе таких выпадков было амаль 2500, а за первый месяц этого года амаль 150. Зробить это может и любой из вас при отсутности супрацьпоказаний. Для этого треба прийти на станцию переливания крови с пашпортом. До речи, сдать кров можно и на платной основе за 80 рублей. Але, как показывает практика, для донора это худший жест допомоги, який може выратовать человеческое життё, чем способ заробку. До того же, сдача крови на постоянной основе корыстная и для самого донора. Як профилактика захворывания сердечно-сосудистой системы. Навуковцы у ходе обследования высветлили, что у тех, кто регулярно сдает кровь, инфаркты возникают у десятки разу радей. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Неустойливым и ветреным будет на дворе на этом тыдне. Святочные мероприемства с нагоды 23 лютого на открытом поветре могут сапсовать дождь и мощный ветер. Температурный фон будет утримливаться вышейший за климатичную норму и отповедать значением соковика. Сегодня у день будет до 5 градусов тепла. На 23-24 лютого у регионе обвешены оранжевый уровень небеспеки. Прогнозуется мокрый снег и дождь. Порывы ветру до 15-20 метров за секунду. Прогреется у четверг до 7, а у пятницу до 10 градусов тепла. У масленичные выходные на дворе не парады. У прогнозе синоптиков опадки, дождь и мокрый снег, слабый туман и гололед. Температура по ветру в нашей складе до 6 градусов морозу. У день чакается от минус 2 до плюс 3. И это была опошняя информация выпуску. Для вас працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов. Сачайте за эфиром.